Спасибо большое. Мы в самом центре города. Мы все пришли от окраины к центру, чтобы вдохнуть красоты и уйти на другие окраины. Читающему эти строки, прогуливающему уроки, окончившему школу на тройке, работающему на стройке, отрабатывающему удары в боевой стойке, насмотревшись Рокки, ради девушки с курсов шитья и кройки, у которой койка в общежитии и в комнате еще три койки. Новостройки, новостройки, новостройки. Мы не знаем, что жизнь приготовит нам. Возможно, прекрасный дворец превратится в развалины. Мы идем от окраины к центру, вдохнуть красоты и уйти на другие окраины. Внимающему этим звуком, пока ты жрешь свой бифштекс и картошку с луком, запиваешь пивком и дымишь окурком, тупишь в телевизор, где место одним придурком, смеющимся их идиотским шуткам, от которых на сердце тоска и скука, и во рту, сука, в голове разрука. Еще немного и совсем тупо, если лежать на диване вверх брюком, доверяя сплетням и слухам, так и останешься тупо-тупом, бабу-бабуком. Я тебе расскажу по пунктам. Тебя покинет Амур со стрелой и луком. Твоя невеста сбежит в день свадьбы Бука. Всех, кого ты считал своим лучшим другом, ты слышал об этом лишь краем уха. И вот оно здесь, и дело глухо. Так что слова не можешь выговорить даже по буквам. И без стука входят те, кто раньше входил только со стуком. Так что не ругай коня, волочась за плугом. Не ори на него, типа давай, пошел, ну-ка. Налегай на плуг и дави всем брюхом. Не имея дома, не проникнешься его духом. Не имея жены, не услышишь, что она шепчет в ухо. Не имея детей, ничего не расскажешь внукам. Так что это пока не кровь, а клюква. Мы не знаем, что жизнь приготовит нам. Возможно, прекрасный дворец превратится в развалины. Мы идем от окраины к центру, вдохнуть красоты и уйти на другие окраины. Мы не знаем, что жизнь приготовит нам. Возможно, прекрасный дворец превратится в развалины. Мы идем от окраины к центру, вдохнуть красоты и уйти на другие окраины. Окраины. Смотрящему на все глазами, человека, которого только что заказали, тебя забили и ощипали, посолили, замариновали, на куски нарезали, на стол подали, проглотили, но так и не разжевали. В общем, померкли в глазах все дали. Твое место пустует в нашем зрительном зале.
от Казани до Рязани, уже не сыщешь той ее Рязани, в которой плод завчера в Казани. А здесь все как всегда, как в казарме. Здесь все как всегда, как в казарме. Зимой телега, а летом сани. Маршрутки нет, выбирайтесь сами. Если будешь жив, выбирайся с нами. Встретимся дома под образами. Извини, что пишу на обычной бумаге Заня имением Гербовой. Торг неуместен. Не на базаре. Мы не знаем, что жизнь приготовит нам. Возможно, прекрасный дворец превратится в развалины. Мы идем от окраинных центров вдохнуть красоты и уйти на другие окраины. Мы не знаем, что жизнь приготовит нам. Возможно, прекрасный дворец превратится в развалины. Мы идем от окраинных центров вдохнуть красоты и уйти на другие окраины.